Завтра открывается Емельяновское озеро. Это известный комплекс отдыха, расположенный в Емельяновском районе, недалеко от аэропорта. Масштабные изменения там начались несколько лет назад. На месте заброшенного озера развернулся парк развлечений с песчаным пляжем, аттракционами, точками общественного питания, современной инфраструктурой. В этом году там строятся дополнительные места для отдыха любителей купаться и рыбаков. Спроектирована лодочная станция и новый ресторан. Вход на озеро платный, но цену с прошлого года обещают не менять. 300 рублей для взрослого человека, 150 для детей и бесплатно для малышей, которые не достигли 7 лет. Увеличили два раза парковку. Увеличили пляж, территорию почти в два раза прошлого года. Провели все работы по благоустройству. Отсыпали, значит, ПГСом и песком пляжную зону, но улучшили, вот, сделали все то, что касается по СНИПам.